В этот солнечный осенний день все политические силы Ульяновской области собрались в сквере «Экран» для того, чтобы поддержать наших ребят и проведение специальной военной операции. Жительница ЛНР Марина Донт приехала в Ульяновск с тремя маленькими детьми еще в феврале. Молодая мама рассказала, что в нашем регионе их очень хорошо встретили, помогают всем необходимым. Родные, близкие и соседи из родного города долго ждали включения Луганской Народной Республики в состав России и очень этому рады. И для нас это большая честь. Наше будущее – это Россия. Всем военным мы желаем здоровья, только побед. Активисты боевого братства пришли поддержать российских военных. Многие сами не раз бывали в горячих точках, защищая родину. Они знают, как важна для солдата поддержка земляков. И когда пошли письма от детей, это стало таким мощным импульсом для поднятия боевого духа, ребят. Они очень были обрадованы и сейчас выполняют свой воинский долг так, как положено. Представители разных политических партий признались, что сегодня важно сплотиться и действовать сообща ради общей победы нашей страны в СВО. Все они решили поддержать русских воинов, мобилизованных и добровольцев. Тех, кто сегодня, не щадя себя, ведет борьбу за мир. Мы должны быть в этом вопросе едины. Не только наша партия, все общественные организации, другие политические партии. Мы в этом вопросе, конечно же, едины. Я считаю, что сейчас там проходит передний край вообще судьбы дальнейшей нашей Родины, нашего государства. И поэтому мы не можем стоять в стороне. Активисты регионального отделения партии КПРФ во главе с руководителем фракции в местном законодательном собрании собрались на митинг, чтобы поддержать армию Российской Федерации. Потому что сегодня, как никогда, нужна любая поддержка. Региональное отделение КПРФ вместе с Центральным комитетом отправило уже 102 конвоя за эти последние 8 лет. Только в этом году мы направили несколько конвоев и в Донецкую республику, и в Луганскую республику, и в том числе направили помощь нашей армии. Представители законодательной власти и члены партии «Единая Россия» также поддержали проведение митинга в Ульяновской области. Главное для них – это люди и их боевой настрой. Мы поддерживаем людей, которые ушли. Это наши жители, нашего региона, нашей страны. Нам нужна победа. Мы победим, обязательно победим. Здесь полное запонимание, и мы не делим на партии именно это мероприятие. Ульяновские активисты партии ЛДПР пришли на митинг по зову сердца. Партия с первого дня поддерживает проведение специальной военной операции не только словом, но и делом. Запад предпринимает усилия, объявляет нашу страну режимом терроризма, а политические партии, поддерживающие проведение специальной военной операции, пособниками терроризма. Так вот, мы здесь заявить твою твердую позицию о том, что мы вместе, мы одна страна, наше дело право, и победа будет за нами. На митинге прозвучали патриотические песни и слова поддержки русским воинам. Участниками события по зову сердца стало 350 человек. Активисты партии Общероссийского народного фронта, ТОСы Ульяновской области, члены общественных организаций, журналисты и неравнодушные граждане поддержали специальную военную операцию и российских солдат. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Ул Правда ТВ.